Меня зовут, да, Максим Дорофеев. До недавнего момента я руководил отделом разработки лаборатории Касперского. Теперь я руковожу сам собой. Вы, наверное, ожидаете, что я расскажу вам секрет, как сделать так, чтобы корова меньше жрала и больше доилась. Мне надо больше доить, меньше кормить, это очевидно. Сегодня я вам расскажу про 4 таких интересных вещи. Начнем мы с того, что я чуть-чуть сделаю вашему мозгу неприятно, попрошу его чуть-чуть подумать, чтобы передать вам дух теории ограничений. После этого мы поговорим о том, что такое называется кроссфункциональность. Я расскажу вам, что такое кроссфункциональность. После чего моя любимая тема – утилизация ресурсов на 100%. Я думаю, многим понравится. Ну и так вот, под конец расскажу про методику, как мы в лаборатории Касперского планировали релизы продуктов. Это первые шаги, первое, что туда вошло, есть теория ограничений, частный случай, барабан, буфер, канат. Скоро на экранах. Смотрите в правильном переводе «Гоблина».